Еще почти 62 миллиарда рублей выделит правительство России на детские выплаты. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Речь идет о выплатах семьях с детьми от 3 до 7 лет. Такая необходимость возникла в связи с увеличением числа детей, родители которых имеют право на поддержку государства. Их в России уже более 4 миллионов человек. Размер пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка. В среднем речь идет о 5 500 рублей. Чтобы получить выплату, надо подать электронное заявление на портале госуслуг. Также это можно сделать в органах соцзащиты или МФЦ.